Это было давным-давно. В одном казахском ауле жил веселый парень, и звали его Байгали. Байгали, как кусочек крапали, косичок забивай и тихонечко взрывай. Гурбетто шел бастар, к нам приехал Ринго Стар, Джон Леннон екеуміз көпті кезі айтамыз. Мы жігіт ғулілі, забираем коноплю и фасоль, и горох. Урожай у нас не плох. Чудолина хороша, поспевает анаша, скоро будет урожай, мы станцуем хамажай. Едем домой, а машине грузовой. А в машине едут Алибек, Жанибек, Кулбала, Кулпак, Петр, Алексей, және маленький Паскай шешен кісіген. Борис Ельцин молодец, сел соленый огурец, парах купил говорит, у меня живот болит. Песаген, шуон русский резидент, скоро будет вся Москва. Фильмнің соны. Редактор субтитров Эйра. Дирижер скрипка деген дирижер.